Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Павел, Монтик, Савелий. И сегодня мы будем играть в этот хоррор. Четвертую часть мы все-таки подумали, и мы ее выпустим. Мы подключаемся на сервера. Ребята, я возродился. Так, Сава тоже здесь возродился. Так, но тумана почему-то нет. Ну, здесь все так и осталось, только немножко обстановочка поменялась. Стоп, Сав, ты где? А. Я тут! Да, блин, ты че? Ладно, пошли вниз. На этот раз welcome. Нет. Как бы я что уже... Что ты такую эмоцию делаешь? Welcome. Зачем? Ты первый. Я уже сколько играю. Ребята, в шумные игры не играем. Договорились? Договорились. Скример. Хорошо. Договорились? Хорошо. Блин, ребята, это был скримерный дед. Он может о чем-то нас спросить, если мы это не выполняем, он нас скримерит. Нет, он не скримерит. Ладно, так. Пойдем. Дай мне руку. Дай руку. Дай, пожалуйста. Ну, Сав, дай, пожалуйста. Нафига тебе? Я боюсь. Ладно, окей, но только ты первый. Давай. Ты первый. Я уже три раза приезжаю. Ребят, мы спускаемся. Там, блин, вот ты спускаете. Там вот скример дышит. Блин, надо подвать яло. Ребят, я спрятался. Такой реалистичный этот хоррор. Всё. Так, я в комочек. Можно ударить. Ай. Вылезай. Ауч. Ауч. Мать. Так, все. Мне уже вообще что-то не стало. Так, там света нет. Сав, ты чё, блин? Не говори так. А я буду. Так. Блин. Ладно, надо идти. Ребята, мы с Савой вышли. И, кстати, я сделал новый скин вот такой. Блин, ребят. Сава! Он со скримерным дедом, ребят, разговаривал. Сав, ты зачем со скримерным дедом разговаривал? Ну, все в порядке. Блин, нам уже в этот хоррор не так жутко играть. Собака. Где собака? Ты ее в третьей части приручил, помнишь? Не могу. Паша, босиком ходите. Пацаны, мой подскрин. Пацаны, а, блин, подписчики, ребят, я немножко от этого скримерного детка свалил. Не шутка, гараж. Айпад? Откуда он здесь? Ладно. Со мной шел скримерный дед. Сав, пойдем уже?
Сав, пойдем наверх. Ну что ж. Там нормально, мы там возродились. Сав, надо нам спастись от скримерного деда. Ну, Сав. Я тогда этого скримерного деда затроллю. Сав, я пошел на улицу. Ребят, валим. Так. Что? Чё? Точно. В аптечку раз. Ауч. Да зачем? Зачем ты такую эмоцию купил? А я уже не покупал. Можно тапку не подошли? Ну, на самом деле, да. Ребят, там скримерный дед. Всё, давайте быстро. Ребят, это скример. Чё-чё-чё. Там скримерный дед. Ребят, если вы другую ногу ударите или что-нибудь пораните, я жалеть не буду. Ребят, я побью. Я вам предупреждаю, что темно, нужно ходить спокойно и не бежать. Завалим. Хорошо. Блин, да что ты опять с этим скримером дедом? Ну чего он мне, чего он делает? Что мы его скрыли? Это вначале так. Это вначале так, он сначала хороший, подходит, сюсюкается, потом ты сам к нему так типа думаешь, нормально он такой, потом подходишь, и он тебя скримерит. Эти отношения надо разбивать. Паша, ты мой, не видел мой этот самый? Ладно, ребят, я погоню. На лоб этот самый свет такой. Нет. Не видел, ладно. Блин, ребят, я со скримером. А там нет на столе? А где? Ну, около компьютера, нет? Чего нет? На лоб такой светильник. Ай, да. Ну, есть какой-то такой красный. Ну, принеси, покажи. Но он же приклеен. Принесите какой. Да он из розетки работает. Ну, принеси, покажи, что за вы ерунду говорите. Он черный у меня. Не-не-не, это красный. Это красный. Такая вот лампа. Полукрасная, получерная. Не надо. А, я нашел! Покажи. Ребят, ладно, я пойду смелюсь. Покажи. Отдам его. А то я ищу, ищу. Мне. А, давай. О, нет. Ну, а маленький такой. Не видел? Нет. Блин, ребят. Нам очень страшно. Когда мы со скримером. Очень страшно. Да, этот хоррор уже недостаточно не страшный. Но мы знаем от него, про него одну вещь, что да хватит, что если ему что-то дать, ну просто он будет сюсюкаться очень часто, и потом он вдруг заскрит. Нам надо быть поосторожнее. Ну мне больше как. Кстати, вот от прикола Евгена Бра. Сейчас. Ма, я тебя сейчас съем. Ам! Ладно, пойдем. Пойдем? Ам. Пойдем? Ням-ням-ням. Нас удалось. Я завис. Ребят, какой, блин, Сава лагнулся. Корма заманяла. Ну, Сав, пойдем. Да, Сава, что ты там багуешься? Ребят, я пошел к скримерному. Наконец-то перестала плакать. Можно заглянуть? Я вот там мой новый случай на плане лечу сейчас. Выходи из-за ширмы. Свет горит. Давай. Ну быстро выходи. Паша, не бегать, я прошу. Это же скример. Не успокоиться. Ребят,
Постой, Сав, а почему он так говорит, как будто это не компьютер? К нам игрок присоединился. Ну это хорошо. Блин. Кто-то из подписчиков, может быть. Может быть. Но в эту игру подписчики не знают. Она секретная. Блин, Жигак кстати управляет скримерным дедом. И вообще не... А прикинь, ревность деда. Ведь эта игра основана на реальных событиях. Да. Не, ну, просто, ну... Не, ну было один раз то, что дед нас... Напился однажды. Не только. Мы играли в войнушку с яблоками, их было так много. И когда дед увидел, мы побегали чуть-чуть вокруг участка, залезли вот под эту вот кровать, и тупо он грозил, что пристрелит нас. Стоп. Можно же открыть. Офигеть. Ребят, мы вышли на балкон. Офигеть. Реально нашли, как зайти на балкон. Там, здесь дырка. Это... Жутко в этом городе, да? Ну, Сав, ты уже задолбал. Может, пойдем к скримерному деду? Нифига. Ну, я его не боюсь. Уже это не страшно, нифига. Хоррор. Ну, мы будем снимать похожие достаточно. Есть такой хоррор похожий тоже. И он, ну, он со скримерной бабой. Ну, мы его, может быть, тоже будем только снимать? Только уже городской, либо деревенский. Да. Можно выбрать по-разному. Можно родительский хоррор, это в городе, но деревенский... Не, ну, конечно, бывает такое, что и родительский, деревенский хоррор. Ладно, все, Сав, пойдем. Кстати, Зыв. Отпечаток крови. Где нас жутко? Вот, все-таки чмахнули. Ладно, я закрою дверь. Пультом буду драться. Может, пойдем вниз все-таки? Не хочу. Ладно. Ребят, нам, короче, скучно. Он взял свой планшет и присоединяется в Майнкрафт по чит-кода. Ну, я тупо, у меня, знаешь, ну, это не чит-кода. Тупо... Забей, короче. У меня тупо такой в ФК вход. Да. Ну, и он в Майнкрафте в ФК играет. Ладно, ребята, ну, у нас как-то уже не жутко здесь. Ну, так что мы больше не будем про это снимать. Вон он даже такие эмоции делает. Ну, ладно, всем удачи, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, у нас очень интересно. Всем пока-пока.